Здравствуйте, это параша, парашат Бешалах. Написано в недельный параша, что Муше Рабейну, перед чем как вышел из Египта, он начал, он пошел и начал искать как бы гроб Юсефа Цадика, чтобы, собрать, чтобы забрать с собой что вытащить из Египта и забрать с собой и отнести в Израиль и похоронить там. И написано на сторе, в веках Мошей Татсмот Йосеф и Мо, кешбе и жбе от И взял Йосеф, э, Моше, кости Йосефа, это то, что как бы тело Йосефа, мертвое тело, с собой. Да? Почему? Потому что Йосеф перед смертью... Uh, он сказал, он как бы, чтобы евреи, они клянулись, и чтобы, чтобы забрали они uh, остатки Иосифа с собой, перед тем, как выйдут из Египта. И, 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 и Моше Рабейну, он как бы заботился за этим, он позаботился и пошел, и, и начал искать, uh, uh, начал искать как бы остатки Иосифа, кости Иосифа. И после, как он нашел, он забрал с собой. Написано, и он забрал собой. Так что комментарии спрашивают, говорю почему написано, и он забрал с собой. Просто надо было сказать, и забрал Иосиф, этот Моше, остатки Иосифа, да, его кости. И все, забрал, чтобы, чтобы... чтобы он, он, забрал, чтобы отнести в Израиль и чтобы похоронить. В чем написано «забрал с собой», слово «собой». Так что комментарий объясняет и говорят, что, что в этом мире у нас есть физическое да, имущество, вот это все, что у нас есть, но человек не может это все забрать с собой, но что же он может забрать с собой? только Тора он Мицвод. Только Мицвод он может забрать с собой. И поэтому у нас написано здесь, и Моше забрал остатки Йосефа, с собой забрал. Что это означает собой? Что же он собрал с собой? Что вот эту Мицву он забрал с собой. Что даже через 120 лет, через 120 лет, все физические имущества остаются в этом мире. Но вот эту мицву, будет, она будет вместе с ним, вместе с Йосеф, вместе с будет вместе с Моше. Она останется вместе с ним. И мы учимся отсюда, что мицвод человек может забрать с собой. А все имущество, вот это все, которое у него есть в этом мире, физическое, все остается в этом мире. Но мицвод человек может забрать с собой. Вот этот сгут, который он сделал, награду, которую он получит за вот эти мицводы он может забрать с собой и вот это, что останется вместе с ним. Хафицхайм дает как бы машал, притчу, чтобы понять вот это. И притча идет так, что был один бедный человек, очень, он был очень бедный, и он услышал, что есть далеко-далеко, есть такое место, где, где есть там бриллианты, и алмазы и бриллианты есть вокруг на, 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 как бы на полу как бы на земле как, кам, как, как камушки они везде везде валяются так что он решился он приходит к жене и говорит слушай давай я поеду туда в то место это хоть, хоть даже это далеко ехать как бы на корабле но я думаю я поеду туда и привезу вот эти алмазы и бриллианты и, конечно, мы разбогатеем. Жена его согласилась, а он был бедный, он не может купить себе билет как бы на пароходе, чтобы поехать туда. Так что он говорит с капитаном, и, и он, как бы, чтобы он мог работать как, как рабочий в этом, в этом пароходе, и, и, и чтобы, чтобы этот капитан его привез да, чтобы он поехал в тот остров чтобы он мог собрать вот эти бриллианты капитан согласился и этот человек работает через несколько месяцев пароход приезжает в этот остров человек этот выходит туда выходит в этот остров и когда он смотрит вокруг, он видит везде камушки, везде вместо камушек там бриллианты, там алмазы. Так что он все-все-все собирает, ставит в карманы, все-все-все наполняет свои карманы. Он так обрадовался, был такой радостный, что все, он как бы разбогател, в этот момент уже разбогател. Но через некоторое время он стал голодным, так что он решился зайти в магазин. Заходит он в магазин, взял, он, взял несколько это, хлеб, хлебов, булочки, салаты, да, чтобы заплатить, но ну, у него денег нету Так что он взял один алмаз и дает каширу, каширу и, кассиру, дает и говорит, вот я хочу заплатить за, за вот эту пищу Кассир посмотрел на него, начал смеяться над ним и говорит, ты что, надсмеиваешься надо мной? Эти, эти алмазы и камни, они, они что, это, это просто камушки, они, они ничто, они ш, стоят, ничто, э, э, они никакого э, ценности, никакой ценности э, в них нету. Если я хочу взять алмазы и бриллианты, я могу выйти на улицу и собрать их, но они все не, не имеют никакой ценности в этом месте. Он говорит, а что же имеет ценность в этом месте? А, имеет ценность... Это, это животный жир. Жир. Он говорит, жир? Да. Так что он решился, этот мужчина. Он говорит, знаешь что, значит я пойду. А, и, 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 и Кашир говорит, что даже каплю, за вот эту каплю жира, ты можешь вот это весь хлеб, хлеб и, и это, и то, вот это все можешь собрать. Только за одну каплю он так обрадовался, так что он пошел, начал искать, откуда же он может найти этот животный жир. И через некоторое время он заходит в этот бизнес, он хочет собрать вот этот животный жир, и он, и, и как бы Бог ему помогает, что он становится очень хорошим бизнесменом, и он начинает, начинает продавать, ну, как бы продавать и делать и больше, и больше животного жира. И, и, и так же начал он собирать для себя, так как он уже живет там уже несколько месяцев. Он начинает мыслить, как эти люди, он начинает, и он забывает, что бриллианты, это с того места, к которому он приехал, бриллианты имеют очень много ценностей. Он это совсем забыл, но в его, он начал думать, что жир имеет больше ценностей. И он начал собирать бочки и бочки, как бы бочки и бочки жиров. Через год он решился вернуться назад, и когда приходит как бы пароход, он, он наполняет этот пароход бочками и бочками жирами, думая, что вот это имеет очень много ценностей. Через несколько месяцев он приехал к себе домой. Жена его обрадовалась, дети его обрадовались, все. Вот мы сейчас будем сейчас богаты, миллионеры. Они все радуются, и он выходит как бы с парохода. Они его встретили и, 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 и спрашивают, что же ты принес? Он говорит, о, вот смотрите, я что принес. Я очень много ценностей принес, очень много драгоценных вещи. Говорят, а что же это? Он говорит, я принес бочками, ж, 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 э, 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 бочки и бочки жиров Они открыли эти жиры, эти бочки, воняет все Очень большая вонь там была Все, как бы, весь этот жир надо, э, надо выбросить И не имеет никакой ценности оно Так что жена посмотрела и, и, и на него Говорит, что, как бы, что ты принес? Ты, ты, ты целый год там был, и что ты принес? Жиры принес? Они не имеют никакой ценности а где же бриллианты, где же алмазы? Он говорит, о, говорит, ой, 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 как я забыл, что, что, в этом, что в этом месте, что алмазы и бриллианты имеют ценности, и вся моя причина была, я поехал туда, чтобы забрать с собой алмазы и бриллианты. Я совсем, совсем забыл. И он начал искать свои карманы, ищет, 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 и нашел он три алмаза, нашел. И он дает, и он пошел продал эти три алмаза. И он стал, и он разбогател от этих три алмаза. И он уже мог жить спокойно э, 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 остальную как бы, часть своей жизни. Но, конечно, он сидел и думал, сколько у меня алмазов и бриллиантов было в кармане, когда я наполнил свой карман, а потом взял эти все алмазы и выбросил, потому что они не имели никакой ценности. Вот это и есть Машал. Вот какой здесь нимшал. какой урок мы учимся от этого что э, храм говорит что человек его душа она приходит из ганедена Ганеден это находится наше место наш дом и она приходит в этот мир в этот мир в этом мире да, мицвод который мы делаем мицвод они, они, они как камушки они как камушки да? человек может собрать и хочет легко делать мицвод помочь кому то ответить амин не стоит ничего, да. Пойти в синагогу или, или например, ответить Амен на благословление, человек получает какую-то большую награду. Когда он говорит Кадиш и отвечает Ехешме Раба, какую большую награду он может получить. Просто надеть филин, ничего не стоит. Деньги не стоит это. Человек надевает, и он получает большую-большую награду. Сисит надеть, большую награду получает. Столько много мицбут мы можем делать в этом мире, и оно как бы ничего не стоит, все это бесплатно. Ничего оно не стоит. Они как камушки, которые на, на полу находятся, их просто надо собрать, собрать и держать их. Но что становится, мы начинаем думать, что мы забываем, почему мы пришли в этот мир, и бегаем за, за другими вещами. Мы бегаем за, материальным, за, за материальными э, вещами, да? за этим, за то, и забываем про эти мицвод. Забываем главное, а бегаем за второстепенным. Так что вот это наша задача, помнить всегда, что, что мы пришли в этот мир, что собрать митцвот. Чем больше мы соберем, тем, тем лучше будет для нас. Да? Чем больше мы соберем, тем лучше будет для нас. Так что всегда мы должны это помнить, не надо это забывать. Шаббат шалом всем!